Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 7520». Чаще всего клавиатура подлежит замене по причине поломки джойстика. Как вы видите, джойстик является неотъемлемой частью клавиатуры. В Nokia 7520 джойстик – одно из самых слабых мест и, к сожалению, частенько выходит из строя. Замена клавиатуры происходит следующим образом. Металлической лопаткой поддеваем клавиатуру и отсоединяем ее от корпуса по всему периметру. Затем необходимо надавить на боковые защелки, чтобы можно было ее извлечь. Клавиатура извлечена. Теперь проделываем ту же процедуру, но в обратном порядке. Новая клавиатура вставляется в пазы и защелкивается пальцем по периметру. Клавиатура заменена.